Ну что, друзья, вот он наш кислотный красавец 65-117 с таким веселым, кислотным, вкусным цветом, зеленый такой яркий, не знаю, смотришь на него и прям настроение поднимается. Так, ну что у нас тут? Мы его отгружали как шасик, а клиент уже сам, то есть по своей инициативе заказал кузов, бортовой кузов стентованный. В другом месте, то есть не у нас, ставил все это отдельно. Пока машина у нас стоит на передержке, решил заснять ее. Еще раз показать, что из этого вышло. Так, расскажу немного о машине. По технической части. 65-117, двигатель Cummins, с коробкой передач ZF9. Повесили два бака по 500 литров с двух сторон, получается. Пневмоподвеска, что спереди, что сзади, полностью на пневме. Вот сейчас у нее подушки испущены, я так понимаю. Наш КамАЗик уже не наш, с заниженным положением. Вот цвет, конечно, бомба. Кабина высокая. Какая высокая здесь? У нас она Макси с двумя спальниками. Ну, один гамак. Так, и европанель. Сиденье с ящиком. Пассажирское, да? А водительское у нас на пневме, как и подвеска. Да, еще забыл добавить. Тут уж у нас вообще максимально получился мягкий такой КамАЗ по подвеске. Почему? Да потому что тут не только пневмоподвеска, а еще кабина на пружинах. Тут прям максимально мягкий КамАЗ получился, скорее всего. Но я не ездил. Нужно будет прокатиться с ним. Клиент наш, местный, челнинский. Поэтому пока оставил машину у нас. Есть пару моментов, что нужно сделать. И все, вперед. Машина поедет в работу. Вот такой КамАЗ. Гонгну Аламаде, урайда, райда, урайда, кусы на мекой там.